Добрый день, уважаемые посетители информационного портала ulpravda.ru. Мы находимся в ресторане Мируку, который сегодня отмечает 1 год. И сегодня с нами чрезвычайный и полномочный посол Японии в России господин Тоехиса Кадзуки. Коничива, господин Кадзуки. Я хотела бы задать вам 100 вопросов, но знаю, что у вас очень плотный график, поэтому количество вопросов сократила и задам только самые важные. Господин Кадзуки, совсем недавно прошел экономический форум в Санкт-Петербурге. На нем выступал премьер-министр Японии Синдзо Абе. Он обозначил важность сотрудничества Японии с нашей страной и в своем выступлении дважды упомянул Ульяновскую область как регион, который наиболее успешно реализует совместные проекты. Выразите свое отношение к этому вопросу. Здесь это очень важный пример. Но прежде всего, спасибо за такой случай, пригласить меня на интервью. И для меня большая радость возвращаться в этот ресторан через год, потому что год там назад я был на открытии этого ресторана и слышал, что этот ресторан пользуется большой популярностью. Это тоже для меня хорошая новость. И это популярность японской кухни, это очень важный и мост между Японией и Россией. Вернусь к вашему вопросу. Премьер-министр Абе первый раз выступил. Ну, все-таки японский премьер-министр первый раз выступил в пленарном заседании Петербургского экономического форума. И в этом форуме он некоторые пункты объяснил. Первое, что важность для Японии улучшения отношений с Россией, включая мирный договор. Это имеет стратегическое значение стабильности и развития Восточной Азии. Вот об этом. Второе, что между Японией и Россией уже идет очень важное направление культурной обмене. И в этом году объявлен перекрестный год Японии и России. Об этом сегмента. Третий сегмент – успешное развитие экономических отношений между Японией и Россией. И в этом контексте, третьем контексте, как хороший пример успешного развития экономических отношений между Японией и Россией, он затронул два раза Ульяновского региона. Это оба связано с, то есть с Японией и Россией идет различные сотрудничества. Из них это повышение производительности труда. Это очень важная черта. И мы посылали специалистов в этом регионе, определенный завод. И благодаря этой совместной работе производительность труда этот завод улучшилась заметно. Об этом, как хороший пример, он затронул свое выступление. Я скажу, что у вас есть, вообще, очень повезло, такой энергичный губернатор господин Морозов. Он взял различные инициативы активизации отношений между двумя странами, в том числе вот, по повышению квалификации. В связи с этим хочу отметить, что во время встречи на высшем уровне некоторые документы подписаны, но единственный документ, который подписан губернатором, это специальный инвестиционный контракт по заботе Исузу в Ульяновске. И ваш губернатор Морозов-сан, и министр Мантуров, и представитель Исузу подписали этот документ перед президентом и премьер-министром. Спасибо. Господин Кадзуки, сейчас в Ульяновске проходит второй международный форум «Японская весна на Волге». В рамках форума 28 мая губернатор Сергей Морозов и вице-губернатор префектуры Фукуока приняли ряд решений о плотном сотрудничестве. Вам известно об этих переговорах? Конечно, знаю. Потому что, когда я был здесь год там назад, я по случаю открытия завода буддистом, и одновременно, что Морозов обратился ко мне, чтобы рекомендовать какую-то определенную префектуру, как город Братский. И я думал, уже хорошо, но оказалось, что Бриджестон, свою компанию в Японии, находится в Фукуока. Поэтому начинается связь Фукуока и
вот этот Ульяновский. Таким образом, хороший пример сотрудничества. И здесь это не только экономика. Я очень рад, что ваши губернаторы и коллеги обращают внимание на культурный аспект связи. Это очень хорошая культурная экономическая оба идет вместе и укрепляет отношения между Фукуока и Ульяновском. Спасибо. Господин Кадзуки, многие говорят, что Ульяновск – самый японский регион нашей страны. Что помогает нашему региону носить этот статус? Потому что у вас это некоторые хорошие комбинации. В вашем крае уже работают 4 японские компании. Бриджестон и тоже начинает Такада, и Морисеки, и теперь Исузу. Такой плотный. Это раз. Второе, что региональные связи очень сильные, развиваются. Это тоже второй хороший момент. И третий культурный аспект. Вот таким образом Ульяновск станет очень близким регионом для японцев. Вы уже сказали, что были год назад в этом ресторане. Скажите, Мируку соответствует ли японским стандартам хорошего ресторана? На самом деле, да. Сейчас я только что кушал суши, темпура и стейк. 3 вида кушали. Очень вкусные. И да, я дипломат не всегда говорят только правду. И причина есть. Потому что здесь это хороший повод. Ямамото-сан работает. И я с ним встретился год там назад. И сейчас радостно продолжает работать. В Москве есть больше 300-400 ресторанов. Но из них только 15-20, где работает настоящий японский повар. И здесь это хороший повар продолжает работать. Это секрет или причина высокого качества японской кухни. Спасибо, очень приятно это слышать. А какое у вас любимое японское блюдо? Рамен. Что это? Так это суп с рапша. Такое есть. Да. Это мое любимое блюдо. А если говорить о русской кухне, какое блюдо вам больше нравится? Русская кухня. Блини. Блини с икрой. В Ульяновске вас угощали блинами? Да. Хорошо, продолжим. Господин Кадзуки, ульяновцы хотели бы быть ближе к японской культуре. У нас на днях открылся центр японской культуры. Мы проводили опросы и поняли, что ульяновцам действительно интересно быть ближе. А интересна ли Россия японцам? Да, это конечно, для России интересно японцев, да. Я сам с своего детства интересуется Россией. Поэтому, в общем, интерес к России увеличивается. Например, что культура – это очень важный аспект. Много балет и очень пользовался популярностью в Японии. Но мы научили балет из России, традиционный. И тоже литература. Например, недавно перевод «Братья Карамазов» Достоевский. Новый перевод сделан. Новое значение, что имя, отчество, вот название – это всегда сложнее понять русскую литературу. Но там делается немножко короче, понятно. И новый перевод сделан. «Братья Карамазов». Это всего миллион экземпляров продано в Японии. Это яркое доказательство, какой большой интерес японцев к России. Господин Кадзуки, 2 месяца назад мне посчастливилось быть в столице Японии, Токио, в качестве туриста. Я заметила, что японцы – невероятные трудоголики. Они идут на работу очень рано, в 5-6 часов утра, а возвращаются очень поздно, в 10-11 вечера. То есть получается, что на сон остается где-то 4-5 часов. Как они восстанавливают силы? Это немножко недоразумение. Те, кто рано встанет, поедет на работу, и те, кто возвращается поздно, это другие люди. То есть позже возвращаюсь домой, позже начинает свою работу. Поэтому не так, в общем, трудолюбимые люди. Но это общее с вашим городом Ульяновском. У вас нет газа, у вас нет нефти. Но что такое ресурсы? Это людские ресурсы, да, человеческие ресурсы. Это общее с Японией. И поэтому я знаю, что ваши края тоже очень трудолюбимые.
Спасибо за такую оценку. Господин Кадзуки, японцы долгожители. Как жить долго, сохраняя бодрость и здоровье? Это хороший вопрос. И между Японией и Россией сейчас идет различные сотрудничества. И мы называем экономический план из 8 пунктов. Первое – это области медицины, здравоохранения. И каким образом японцы долго жить? Это так хочу передать наш опыт русским. Поэтому первое станет это для сотрудничества. И, конечно, это питание играет очень важную роль. И вот гимнастика тоже очень важна. Ну да, общее образование, настроение очень важно. И это так комбинация важна. Ну и японцы оказались другими жителями. Сегодня вы были в перинатальном центре «Мама». Да, это да, так? Да. Скажите, пожалуйста, какова ситуация с демографией в Японии? Если я не ошибаюсь, 2 года назад Синдзо Абе назвал эту проблему национальным бедствием. Угу. Как решается этот вопрос? Да. Это еще не решились этот вопрос. Россия больше сейчас это рождаемость увеличивается. И очень хорошо, что и сегодня я встретился с 6 новых ребенок, и губернатор задал вопрос, только один мама – это первая мама, первый ребенок. Остальные – второе и третьего ребенка. Это уже яркое доказательство повышения рождаемости в вашей стране. В Японии еще проблема есть, но, например, что для детей, для молодой матери очень важно обеспечение детский сад. И сейчас японское правительство стремится увеличить число детский сад, который позволяет все детям можно ходить, и пока мама продолжает работать. Причина, почему рождаемость снижается, это в Японии тоже женщины больше начать работать. Из-за этого они и женятся позже, и не так много детей. Но это не полностью компенсировать, это трудно, но больше создать детский дом, это тоже поможет. А сколько у вас детей, если не секрет, господин Кадзуки? Двое. Мой следующий вопрос такой. Японцы признаны технологические лидеры во всем мире. А ведь 100 лет назад японцы продавали часы на вес. И американцы и европейцы относились к японским автомобилям и технике с сомнением. Что произошло такого, после чего был мощный рывок, и теперь уже вся планета знает, что японское качество – это качество номер один? Да, это хороший пример. Это мы называем кайзен, это улучшение. Это очень важный способ, что каждый работник взял свой кайзен, что обозначает? Каждый работник возьмет свою инициативу для улучшения качества продуктов. Это не президент, это не инженер. Каждый простой работник возьмет инициативу для улучшения качества. Это так называемый кайзен. Это философия очень важная. Но это не только Япония, в России тоже делают. Я недавно был в Краснодаре, и большой там это работает, как кормить, но все-таки там это тоже есть кайзен делает. И в России сейчас движение кайзен распространяется. И это ведет к качественному улучшению продуктов. Господин Кадзуки, сейчас, после нашего диалога, вы поедете к студентам в Ульяновский государственный университет. Скажите, какой совет вы могли бы дать каждому молодому человеку в Ульяновске? Вот сегодня я хочу... хочу поговорить немножко о японо-российских отношениях. И я хочу объяснить, что вот в этом году год Японии и России. Вот это перекрестный год, эта программа создана для этого. И это открытие было в Большом театре 26 мая, и гастроли Кабуки будет в сентябре, и большая выставка шедевры живописи и гравюра эпохи Эдо будет в сентябре в Пушкинском галерее Москвы. Вот такое. И хочу объяснить, что каждый студент может играть роль мостом между Японией и Россией, и хочу попросить стимулировать их интерес к Японии. И
И тогда я намерен добавить, что каждое имеет свое значение для увлечения. Каждый имеет свою роль для увлечения отношений между Японией и Россией. Спасибо вам огромное, господин Кадзуки, за интересные ответы на мои вопросы. Приезжайте к нам чаще, мы будем очень рады. С удовольствием, с удовольствием. И Ульяновск стал для меня очень близкий город. Мы очень этому рады. Аригато, господин Кадзуки. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». Смотрите нас на ulpravda.ru.